Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Привет, в мячик играете? Здорово. Привет, ребята. А мы будем в ракушку играть. Ракушки. Ну, найдите себе что-нибудь. Вон сколько камней вокруг, а мне ракушка нужна. Ничего себе, забрала нашу ракушку, да еще не сказала, зачем. Всю игру испортила. Интересно, что эта тетя Пиявка затевает? Кто-то должен это узнать. Давайте я пойду. Какое чудесное утро! Надо бы погулять. Что? Не ломайте мою скамейку! Стойте! Верните мне ракушку! Здравствуйте, тетя Мотя. Тут сейчас тетя Пиявка не проплывала? Она только что сломала мою скамейку. Что творится? Забирают ракушки посреди бела дня. Этого нельзя так оставлять. Я пойду к пескарю. Осторожно! Смотри, куда идешь! Я никуда не шел. Это вы на меня налетели. Ну, конечно! Лучше бы прощения попросили. Кстати, можете в качестве извинения одолжить мне свою раковину. Что? Нет уж, тут вы зашли слишком далеко. Что за бесцеремонность? Дядя Рак, а вы тетю Пиявку не видели? Ох, лучше бы не видел. Ее грубость не имеет границ. У нее своих раковин полно, так она еще и мою хотела прибрать. Надо поговорить с пескарем. Зачем же тетя Пиявка у всех отбирает раковины? А почему вы всех ракушки отнимаете? Я не отнимаю, а собираю для выставки. Какой выставки? А, ладно, все равно я уже все собрала. Я собираюсь устроить выставку ракушек из нашего пруда. Вот это да! Как их много! И все такие красивые. Но знаете, многие обиделись на вас из-за этих ракушек. Ну и что? Когда они увидят выставку, то сразу забудут все свои обиды. Будут восхищаться и хвалить меня. Здравствуйте, уважаемая. Почему-то сегодня на вас все жалуются. Успокойтесь все! Это все ради моей выставки ракушек, которую я устраиваю специально для вас. Приходите днем к берегу пруда и восхищайтесь. Знаете, уважаемая, выставка — это похвально, но нельзя так себя вести с окружающими. Да, у меня нет ни малейшего желания идти на вашу выставку. У нас тоже! Пиявка вредная, испортила нам всю игру. И мою скамейку. Я тоже не пойду на выставку. Что? Но я же... Пожалуйста, простите тетю Пиявку. Она больше так не будет. Позвольте ей устроить выставку. Хорошо, но в следующий раз будьте, пожалуйста, вежливее. И тогда мы не будем обижаться, а с радостью поможем. Да, для хорошего дела ничего не жалко. Моя раковина тут самая большая. Выставка получилась очень интересной, а Пиявка с тех пор стала чуточку вежливее.